Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте имя влюбленного в вас мужчины. И таких мужчин на самом деле может быть много. Причем независимо даже от возраста. Выберите одну из трех карт. Для тех, кто загадал первую карту, имя влюбленного в вас мужчины начинается на букву Н. И Николай, например, это может быть. Если знаете другие имена, пишите в комментариях. А мы смотрим следующий. Для тех, кто вторую карту выбрал, имя мужчины начинается на букву З. Захар. Пишите другие имена в комментариях. И для тех, кто выбрал третью, имя начинается на букву В. Это, например, может быть Владимир. Пишите имена в комментариях для того, чтобы другим девочкам было легче догадаться, какой же мужчина влюблен